Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Амигон. И гуляя по просторам интернета, наткнулся на такого интересного автора, как Сатир, еще и с пародией. А пародия довольно-таки интересная. Давайте посмотрим ее вместе. Прям, чтобы понимать, как я понял, пародия на Моргенштерна, но почему-то здесь Оксимирон. Мне прям любопытно, почему именно так. Может быть, я что-то не понимаю. Ребята, напишите в комментарии, почему именно Оксимирон был взят. Я пью Уильям! Ненавижу сучек, да я жена ненавистник. У нее кусты, там чувствую себя как лесник. Трахнулась, забыл про это. А похоже, кстати. Мясо я как мясник. Ненавижу сучек, лучше было бы без них. Я могу дать ей поебалу, это фистинг. Могу проколоть еще кухуем, это пирсинг. Она развлекает все губами, это липсинг. Ей нюцы, словно макароны, надо слить их. Я читал про сук, но точно не хотел злить их. Девушки, красавицы, вы меня извините. Хорошо, что мне все подробно объяснили. Помчение, спасибо. Блин, реально похоже на Soda Love. Серьезно, погнали. Да ну нафиг, посмотри на эту картину, реально. Чел, серьезно? Алкоголем, но во мне сейчас майоти. Вижу, идет братик, открываю ротик. Припадаю к его херу, будто это родни. Чтоб я перестал сосать, надо надеть на морни. Я ел пистю на завтрак, когда ты еще наполни. Увидел голую телку, мой член тут же пони. Чтобы перестал сосать, надо надеть на морник, что? Фу! Оу! Буду мне не просто хоуми, он еще мой гоми. Люблю тебя, мой дружочек. Я тебя тоже, но я еще больше. Вот что зовут настоящей любовью. Хочу воспитать с тобой ребенка. У меня новые друзья, мы с ними супер чилим. Они новые, как новый Лоусон супер чили. Обожаю этот вкус, ведь он сладко острый. Потрясающий баланс, как у каната Хопса. Я изобретал хип-хоп 20 лет назад. Спасибо, пацаны, что мотнули рэп назад. Спасибо, пацаны, что вернули мне азарт. Кинули модные биты мне в WhatsApp. Это Оксимирон. Ты думал, я вряд ли заскамлю? Я тебя думать иначе заставлю. Тут же Будда на днях рассказал мне, что то, что умные панчи не главное. Нахуй этих хопов, они не нужны нам. Их жопы сжимаются, как пружина. Нахуй Горгород, ебаная душнина. Трахаю тёлок, будто я мужчина. Все так сильно ждали Окси камбэка. В качестве камбэка я даю вам это. Годы ожиданий были не зря, верно? Следующий куплет через 2 века. Как ты можешь ненавидеть чувака? Это, короче, как я понял, троллинг, реальный троллинг Оксимирона. Как ты можешь ненавидеть чувака, которого ни хрена не делает? Блин, ну не знаю, я к Оксимирону отношусь хорошо и к творчеству его. Довольно-таки мне нравятся некоторые треки. Блин, ну я не ожидал именно такой пародии. Просто странный, довольно-таки интересный подход, я не знаю. Если вам понравился данный ролик и реакция на Сатира, то пишите в комментариях, мы посмотрим еще какие-нибудь ролики данного автора, потому что я впервые знаком с данным автором. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.